Еще 10 дворовых территорий Одинцовского округа комплексно благоустроит к 15 сентября. Тем самым муниципалитет полностью выполнит программу 2021 года по ремонту дворов. Суммарно будут готовы 22 объекта, включенные в план. Об этом сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. В настоящий момент по всем объектам работы находятся в завершающей стадии. Готовность каждого порядка 90%. Из них 6 расположены в Звенигороде, 2 в Одинцово, по одному в Назарьево и Кобяково.